Здравствуйте, мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Сегодня расскажу вам о том, что очередной выпуск «Мужское, женское» удивил телезрителей новым форматом. Неожиданно для всех он стал напоминать перипетии передачи «Давай поженимся». В ходе программы отец-одиночка подыскивал жену себе и мать своим детям. Многие обратили внимание на то, как реагировала на происходящее мать троих детей Барановская. Очевидно, что ей очень была близка эта ситуация, которую она невольно примеряла на себя. Она внимательно следила, как девушки-претендентки смогли подать себя в качестве предполагаемой невесты и, вполне вероятно, училась у них некоторым вещам. Неудивительно, ведь работа отнимает у Юлии большое количество времени. Да и забота о детях не позволяет уделить должное время личной жизни. Поклонники Барановской не согласны с тем, что ей, согласно крылатому высказыванию, уж замуж не втерпешь. Напротив, горький предыдущий опыт и обязательства перед детьми заставляют ее относиться с ответственностью к выбору спутника жизни. Предполагаемый роман с Максимом Галкиным пока не может, в силу разных причин, дать ответ о ее будущем. Запутавшийся пародист никак не может разобраться в отношениях с Пугачевой, а тема возможного развода пока зависла в воздухе. Многие согласны, что в положении Барановской очень трудно найти себе мужа, и не все уверены, что Галкин – подходящая для этого кандидатура. Всем спасибо за внимание, ждем вас на следующих просмотрах, ставим лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на канал, пожалуйста. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ваше мнение важно для нас. Всем здоровья и благополучия.